Друзья, всем привет. Короткое видео просили показать, как положить шов на герметик красиво, без применения бабочки. Причем без применения бабочки даже красивее, чем с бабочкой. Ровнее и плавнее шовчик. Есть подопытный образец капота Toyota 40-ки, тайваньский. И что нам, значит, для этого будет нужно? Это пистолет для распыляемого герметика ПП-шный. Это носик, обычный носик, просто отрезанный в самой его широкой части. И изолента. Сейчас покажу, что надо делать. Так, ну, первым делом, если носик уже бэушный, протираем его, очищаем, чтобы он был чистым. Далее, по изоленте. Обычная, конечно, не синяя изолента. Синяя более красивый шов кладет. Шутка. Мне нужен кусмарь. Сантиметров 10. На носик показывай. Сейчас самое важное внимание на носик. Изоленту под углом градусов, ну не знаю, блин, 30. Подклеиваем. И не изменяя плоскости вращения изоленты, то есть так как она вращается, так ее и вращаем. Получаем такой вот с небольшим, как бы, как рубашка такой, галстук. Он нам будет определять ширину шва. Его можно сделать уже, его можно сделать шире, это кому что нужно. В идеале бы на чем-нибудь сначала попробовать, как идет скорость. Отлично. Вот такой ширины будет шов. Причем шов будет с гладкими краями, овальный сверху. Все по фэншую. И краешки выворачиваться не будут. Хватает пальчик как ограничитель и поехали. Герметик распыляемый АПП-шный. Скорость этим пистолетом можно выставить такую, как вам удобно. Шов получается, покажи ближе. Шов получается безупречным. Безупречным он будет до тех пор, пока из пистолета не плюнет воздух. Воздух может плюнуть в двух случаях. Либо говно партия герметика, либо герметик просто закончился и в конце идет такой смачный плевок. Вот если произошел смачный плевок, нужно снимать всю линию. Стыковать линию между собой на середине не то чтобы бесполезно, оно просто некрасиво получается. И продолжаем. Чутка некрасиво, но я оставлю. Что-то я про это промахнулся. Оп, закончили упражнение. Всегда нужно подтягивать так, чтобы ни черта не мешало на пути движения. Иначе что-то попадает сбоку пальца, все. Прыжок, скачок, ступенька. Вот тоже что-то в пистолете, оп, он почти прекратил свое движение, но можно, конечно, подправить, но я так и оставлю. Оно будет хуже, если начать править, реально будет хуже. От бабочки остаются постоянно какие-то заусенцы. Закругление, подворачивается один из торцов. Это я не говорю о том, что на изгибах. Даже на прямой плоскости он подворачивается. Все, в принципе, сама раскладка герметиком закончена. Теперь доделать надо. Для того, чтобы доделать остатки на швах. Покажи поближе, чтобы было четко видно. Я использую, это обычный строительный шпатель, вот этот резиновый. Ставим его таким образом, чтобы он перехлестывал, короче, от краешка до краешка касался. Прижимаем, проводим. Салфеткой убираем с краев. Если что-то где-то сильно на края вылезло, ну там обезжирочкой протрете, она хорошо стирается. Шов получается, в принципе, вот этот срез такой же, как у завода. Приложили, придавили, протянули, протерли раз, протерли два. Все. Где-то тут
допустим, тут неудобно брать широкий шпатель, будет некрасиво срезано. Ну, делаем за два захода. Раз, два, с углов пособирали. Если нужно срочно окрашивать этот герметик, ну вот прям сейчас идти и окрашивать, его грунтуем любым грунтом, мокрый по мокрому, однокомпонентный с баллона. То есть что-нибудь на него положить из грунта, это силан модифицированные полимеры, они сохнут просто сами по себе на, я все закончил, на всей своей глубине, то есть не сверху вниз, а равномерно постепенно. То есть его можно закрывать, и он высохнет. Ну, в идеале ставить на ночь, он высохнет, но все равно сверху лучше положить любой грунт, чтобы нормально его перекрыть, потому что краска реально, если его не грунтовать, краска его не кроет. Я не знаю, с чем это связано, но такие вот наблюдения. По сути, все. Если есть какие-то косяки, ну, допустим, давайте найдем косяки. Ну, вот тут у нас, да. Во-первых, краешек вывернулся. Ну, что-то попало там, из тубы плюнуло. Его можно, в принципе, взять, чуть подгладить. То есть герметик, он очень сейчас, еще минут, наверное, 10, будет такой живенький. На него можно подуть. Он принимает какую-то форму в процессе, как ты на него дуешь. С ним еще что-то сейчас можно делать. Если прям совсем косяк-косяк и нужно исправлять, одевайте перчатку, мочите ее антисиликоном и аккуратно там поправляйте. Антисиликон не дает прилипать герметику к перчатке, его можно гонять, разглаживать. Лучше, конечно, сделать за один раз, без всяких повторений. Сейчас, к сожалению, не плюнуло ничего, мы не показали. Но если реально идешь, он плюнула такая гуля. Вот то полностью вытираешь салфеткой, берешь антисиликон, мочишь салфетку и дотираешь, убираешь герметик с этого шва. И сушишь, ну, обдуваешь воздухом и заново начинаешь класть герметоз до тех пор, пока не получится единая вот эта линия. Все. Пока что все. Всем пока.